Вас это... Май? Слышу, как одна бабуля другой говорит. А вот при Путине в феврале так холодно не было. Он в последнее время очень любит собирать большие пресс-конференции, где демонстрирует свое чувство юмора, а оно у него действительно отменное. Во время одной из последних закрытых встреч, где мне довелось побывать, руку тянет ехидная журналистка и говорит: у меня к вам два вопроса. Первый. Как вы оцениваете свой новый срок? И второй. Как вы относитесь к гей-параду в Москве? Путин ответил блестяще. Мне очень лестно, что вы объединили эти два вопроса. Я не против гей-парадов. Дату для гей-парада мы подобрали. Дата хорошая. Гей-парад пройдет в день десантника.